Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Уже вполне возможно кому-то надоевшие покупочки, но это китайские сайты, и я сейчас расскажу вам про самые лучшие тапочки для блогеров. Как для бьюти-блогеров, так и вообще для всех, кто находится за компьютером львиную долю своего свободного времени, неважно дневного или ночного. Итак, примерно несколько лет назад я шла по торговому центру и вдруг увидела вот эти эпичные полосатые тапочки, которые существуют в двух вариантах. Я вставлю фотографии. Они универсального размера. Есть красная, красноватая, вот такая женская версия. Она прекрасно одевается и на 36, и на 37, и на 38, и на 39. И есть мужская версия, которая прекрасно подходит и на 40, 41, 42, 43, 44, и даже вполне возможно 45. Те, у кого нога либо меньше, либо больше, тут уже выбор за вами, но это вот те размеры, которые я перечислила, всего два варианта, женский и мужской. Но в этом году я решила пробежаться тоже по китайским сайтам и нашла еще один вариант, который мне показалось, что вполне возможно подходит для ходьбы по улице. Вот такие это тапочки с магнитами, они массажируют вашу ногу. Если вы постоянно сидите или постоянно стоите, это как раз то, что вам нужно. То есть просто от переминания с ноги на ногу ваш организм будет получать импульсы в те зоны, где вообще кровь просто застаивается от постоянного вашего, там, не знаю, обездвиживания в силу вашего рабочего места. И вообще все, кто сидит, стоит, обратите внимание на эти тапочки. Это реально лучшие тапочки для блогеров, которые только можно придумать. Вполне возможно, сначала вам будет даже немного больно. Поэтому я первый раз носила их на носочек, на обыкновенный хэбэшный носочек. Все терпимо, все хорошо и все замечательно. Ходила бы дольше, но не стала как бы в них ходить и уделывать их, пока не записала, потому что все мы люди, все мы живые, и у нас всегда не идеальная чистота, как в фильмах. Ну вот относительно этих тапочек я вам сейчас расскажу. Они вряд ли подходят для использования на улице, то есть только снова дома. Вот это вот покрытие, такое, кажется, что даже как будто бы это натуральная кожа. И стоят они что там в районе 1000 рублей, вот такие навороченные, а попроще там они где-то рублей 700, где-то так, может даже чуть-чуть больше. Но я вам скажу, эти тапочки, они стоят этих денег, и в них можно ходить, их можно смело, не знаю, стирать в машинке. Правда, есть такой вот, вот эти вот кнопочки, вы видите, да, они... магниты, они правда магниты, и в моих тапочках, их в каждой тапочке по две штучки, вот одна, и вот здесь, вот там вот вы видите, вторая, в общем, по 4 магнитика на пару, магнитики были вот в таком пакетике отдельно, и они правда действительно магнитятся друг к другу, сейчас я вам покажу, смотрите, хоп, оп, слышали, да, еще раз. Пожалуйста. В общем, вы видели, что это правда реальные магнитики. Итак, если вам интересно, если вам это видео показалось забавным, интересным, вы получили информацию ту, о которой вы вообще не видели, не знали, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Ну и по интернету, по всему вы сможете найти эти тапочки по запросу «тапочки массаж». Вот. По Яндексу и не только по Яндексу. В общем, девочки и мальчики, всем всего хорошего. Пока-пока.